В Одессе стартовал всеукраинский проект «Собери добрый подарок». В период новогодних праздников благотворительный фонд «Добрый самарянин» инициировал сбор гостинцев для тысячи детей-сирот и детей с особенностями развития. Резидентом добра можно стать, подарив как именной, так и общий подарок. Когда даритель приносит нам подарок, вот в данном случае мы открыли ребенка на компьютере фотографию, и вот даритель уже принес подарок. Это принесла вчера женщина, которая сказала, что подарок есть в полном наличии. Мы для себя открываем нашу папочку, отмечаем, пишем телефон дарителя на тот случай, если понадобится какой-то еще вопрос уточнить, или будет возможность пригласить дарителей на мероприятие. Мы думаем, что в этом году это вряд ли будет возможно, так как период пандемии, но обычно приглашаем, чтобы дарители не только где-то абстрактно увидели в Фейсбуке фотографию ребенка с подарком, но и самостоятельно могли прикоснуться к этому чуду. Стать Дедом Морозом можно на странице проекта в Фейсбуке. Достаточно выбрать фото с пожеланиями ребенка, выразить свою готовность в комментариях, купить подарок и отправить его организаторам. Кроме того, руководители проекта предлагают принять участие в сборе общих подарков, оформить коробку, наполнить ее небольшими игрушками, канцтоварами, перчатками и другими приятными мелочами. Все пакеты следует передать в фонд «Добрый самарянин», а оттуда их доставят тем, кто очень ждет новогоднего чуда. Главная цель именно их подарков – это обратить внимание на детей. И конечная цель – это усыновление. Мы рады, что уже 64 ребенка благодаря нашей акции усыновили, и сегодня они не находятся в интернатах. В это сложное время нам не хватает доброты, и если кто-то находится в депрессии, то хороший метод или возможность – это кому-то сделать добро. И когда мы делаем добро, мы исцеляем свою душу. За 5 лет работы проект сделал счастливее более 1000 детей. Каждый может подарить ребенку праздник – набор вещей, о которых ребята мечтали весь год. Татьяна Барумбей, Виталий Хемий, телеканал «Репортер».